Смотрящие вперед. В Нарьян-Маре стартовал первый слет ненецкой молодежи. Его приурочили к 25-летию региональной ассоциации ненецкого народа ЕСВЭЙ. Именно она объединила молодежь, которой в будущем предстоит взять инициативу в свои руки. Нерня Сырта – это первый слет ненецкой молодежи в округе. Молодое поколение уже сейчас должно понимать, как они будут строить свою жизнь в будущем, посчитали организаторы слета Ассоциации ненецкого народа ЕСВЭЙ. Для этого они объединили молодежь из Бугрино, Красного, Неси, Усть-Кары, Харуты, Искателей и Нарьян-Мара. Вместе им предстоит разработать стратегию развития молодежи. Именно этому вопросу был посвящен круглый стол, которым и открыли деловую часть слета. Собрав уже ребят, именно из ненецкого народа, мы решили то, что это в ходе дискуссий, бесед, решили тому, что надо при даже учебном заведении нужно создавать свои структурные ячейки, чтобы уже у каждого учебного заведения была своя такая молодежная структура. Сегодня ненецкую молодежь объединяет ЕСВЭЙ. Для них создана отдельная структура со своим председателем и заместителями. Школьники, студенты и работающая молодежь составляют себе образовательные, культурные, спортивные и деловые мероприятия. Взаимодействуют со СМИ. По словам Александра Конюкова, председателя студенческого движения в аграрно-экономическом техникуме, главное направление их деятельности – активизация молодежи, в том числе и сельской. Например, участвовать в образовательных форумах, спортивных соревнованиях и праздниках. У нас во многих северных регионах уже давным-давно существуют молодежные организации при региональных ассоциациях коренных народов и плодотворно работают. Благодаря нашему проекту мы теперь сегодня имеем возможность также выбрать актив и создать свое молодежное отделение при ассоциации ненецкого народа ЕСВЭЙ. Первый слет решили посвятить образовательным программам. Участники посетят тренинг по командообразованию, квест-игру с уроком ненецкого языка и семинар по созданию проектов. Эти знания помогут молодежи участвовать в грантовых программах региона. Алена Валеева, Вадим Стасюк, Игорь Рочев, телеканал «Север».